По сообщениям испанских властей, в пляжном ресторане города Пальма прогремел взрыв. Как стало известно, ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская организация «ЭТА». По сообщениям местных СМИ, незадолго до взрыва о бомбе сообщили по телефону. И таким образом посетителей ресторана «Ля Ригалета» удалось эвакуировать. Я не знаю, с улицы и за дверью мы ничего не слышали. Услышать что-то можно было, только находясь в баре. Кроме этого, по словам очевидцев, полицейские детонировали еще одно взрывное устройство. Мы смотрели из окна и вдруг увидели, как прибыла полиция и всех эвакуировала. Затем мы услышали небольшой взрыв, который, похоже, провели сами полицейские, потому что вокруг не было дыма, и он не причинил никаких повреждений. Похоже, что он был под контролем. Это уже второй за последние несколько недель теракт на острове Майорка, ответственность за который берет на себя группировка ЭТА. В прошлом месяце в результате взрыва бомбы, заложенной в патрульной машине возле казарм гражданской гвардии, погибли два офицера. Напомним, что сепаратистская группировка ЭТА была создана в 1959 году и выступает за независимость страны басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. За все время своего существования она взяла на себя ответственность за смерть более 800 человек.